Я читаю книгу Руфь из Ветхого Завета, главу 4. Вооз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Вооз, и сказал ему Вооз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Вооз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Вооз родственнику: «Наимень, возвратившийся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Вооз сказал: «Когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и мене. Для подтверждения какого-либо дела один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: «Купи себе», и снял сапог свой. И сказал Вооз старейшинам и всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елимелехово и все Хилионово и Махлоново. Также и Руфь Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его, и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: «Мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимини: «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». И взяла Наимини дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Наимини родился сын», и нарекли ему имя Овид. Он — отец Иессея, отца Давидова. И вот род Фаресов. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Овида, Овид родил Иессея, Иессей родил Давида.